В Сирии военная коалиция во главе с США подвела неутешительный итог своей деятельности. В результате неизбирательных авиаударов потери мирного населения за 4 года операции превысили 1250 человек. Эти данные расходятся с теми, что есть у сирийских властей. Из 60 инцидентов за последний месяц американцы признали только 12. И это не единственная претензия. Сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что военные США вывезли из Арабской Республики 50 тонн золота, награбленного боевиками в Сирии и Ираке. Экстремисты сами отдали его в обмен на гарантии безопасности.